По вопросам заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также по профилактике этих заболеваний, звоните в Управление Роспотребнадзора по Ивановской области. Там до 10 марта продлена работа горячей линии. Специалисты предприняли эту меру, потому что, несмотря на прекращение карантина в школах областного центра, звонков меньше не стало. Людей интересует, как обезопасить свое здоровье, что делать, если появились первые симптомы заболевания. Также они спрашивают, не закрыты ли на карантин дошкольные и учреждения доп. Образования. Если вопросы есть у вас, обращайтесь по номерам, которые вы видите на экране. Звонки принимаются ежедневно по будням с 9 до 12 и с 12.45 до 17.00.